Расскажи мне про барьер. Тут нечего рассказывать. Для людей он непроницаем. И что будет, если я просто попробую уйти отсюда? Последний, кто пытался выбраться наружу, очень быстро превратился в покойника. Эта чертова штуковина легко впускает тебя внутрь и держит тебя здесь до конца твоих дней. Если есть способ выбраться наружу, я найду его. Ты уже торопишься убраться отсюда, а? А ведь ты только что прибыл. Эй! Что ты здесь делаешь? Я здесь по приказу магов воды. Я ищу магические камни, называемые также юниторами. Ты ищешь юниторы? Храбрый парень. Как видишь, этот мир тесен, и колония не является исключением. Все время натыкаешься на своих знакомых. Эй, я уж и не надеялся увидеть тебя живым. Много чего произошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я поражен. Ты стал очень сильным. Стараюсь. На нем выбито слово «Уризель». Я слышал об этом мече. Меч этот выкован из неведомого металла. Быть может, именно о тебе говорят оркские пророчества. Человек, который придет, чтобы навсегда избавить этот мир от спящего.